лужа. Она пода. Ну давай. Не надо с разгона, ты ходом давай. С разгона можно тебя. Давай! Нормально. Задняя блокировка, она дает о себе знать, конечно. Так, ну где еще тут засадить-то можно, а? Я прям боюсь спор проиграть сейчас. Погоди, я сейчас еще место найду, где ты точно не проедешь. Ну как? Я весь в грязи, ты видишь? Да. Суть в том, что мы, что мы поспорили на бутылку виски. Я не буду говорить марку, чтобы не рекламировать. Можно что? Наспор заехать вон туда, но это уже будет две бутылки вискаря. Что он не сможет. Куда ты, на пашню? Да. Но у нас все равно Нива же приедет в случае чего, да? В случае чего, да. Блин, я не вижу такого места, где бы он не смог засадить. Но тут че, тут можно проехать. Вот ты здесь, СРТ, вот... На СРТ нет, здесь бампер можно оставить. Вот смотри, вот, ты вот здесь не проедешь, стопудово. А, если ты вот это поле сейчас проедешь вдоль, да. Докуда? Ну хорошо, вот, вот по этой пашне. Я вот от этой травы приезжаю просто насквозь. Подожди. Вот по этой пашне, до столба. Не, я мимо, там вискарем не отделаюсь. До конца. Правильно, до конца, тут богатеют, тут совсем уже жиру бесится. Да ставить. Тут сейчас скажут, на девятке можно проехать до конца. Давай 15 метров хотя бы. Козу в багажник тогда. А? Козу в багажник. Стой пока. Стой. Стой. Открой, пожалуйста, я не буду тебя снимать. Открой. Так как мне реально жалко твою машину. Не, я не проеду. Нет, ты просто попробуй вот по этой проехать. Даже не, вот. Не, я не проеду здесь. Уже все? 100% я не проеду. Ну хотя бы вот, вот касательно. Ну не, ну реально, здесь только нас. Я могу сказать, что здесь Нива точно проедет. Я себе все. Нет, да, ну я тебе говорю касательно просто. Тут надо чуть было. Не, тут фигня. Он это вот здесь вот прям легко пройдет. Тут кто-то картошку Не, туда не надо. Нет, вот так кажется, что он легко едет, конечно. Да, что легко. Но я могу сказать, что вот на СРТ я застрял вот чуть дальше, я уже зарылся. Вот так тоже легко. Не надо, я тебя прошу, мне машину жал. Я тебя прошу. Что делать, а? Ты что, псих? Он едет по пашне, блин! Вот это больной человек, вы посмотрите, что он делает. Блять! Он больной! Искарь, стой! Вот что надо пахать-то трактора, ой, как. Все. Нет, да. Сука, я даже не знаю, болеть за что. За то, чтобы он засадил тачку. Или вискарь. Ну, в общем, я проиграл. Это я вам могу сказать. Это было очень круто. Он реально проиграл. Смотрите, что делает. Это пашня, ребята, она вскопана под картошку. Она вскопана под картошку.
Я выиграл? Я беру свои слова обратно по поводу проходимости X6. Я... Резину покажи, что это не какая-то там губастая. Я сейчас пёсту Станислав покажу. Была обычная почти летняя резина вообще. То есть ни цепей, ни... Ну я не знаю, я... Ребят, ну реально... Конечно, может быть, со стороны это выглядит на то видео, типа, я здесь на девятке проеду. Но давайте я просто проанализирую, ну вот, глубину, но, ну, это реально, ну, то есть, пашня прямо, знаете, вот. То есть, вот он по ней ехал, вот, то есть, я ногу сюда, вот, она вскопана. То есть, ну, естественно, благодаря покрышкам. Но, ребята, я считаю, что у Икса проходимость более чем достаточно. Это я сейчас, если честно, в небольшом шоке. Он на колею мое зашел! Он на колее! По моей колее едет! Ну он что, по моей? Ого! Да. Короче, приехал у нас Нива 3D. И он, да, это в 3D Нива. И он решил, что вы тут сопляки. Я вам сейчас покажу, что такое настоящее бездорожье. И вот по той стороне решил проехать тоже. Ну а что, Нива легко очень, конечно, идет. Ты скажи, чтобы он чуть левее взял. Смотри. Вот. Нормально, не, ну Нива, блин, Нива, она, смотри, хорошо. Он еще в Киосвете. Типа, фигня, щупки. А почему он не скачет? Вот черная колея, вот я шел, вот следующая. Спор, что Нива здесь не проедет, кажется, не удался. Все, останавливайся. Да какая разница, он сейчас тронется все равно. Давай. Стас, ты удивлен не меньше, чем я был удивлен, да, когда ты тут проехал? Против Нивы, конечно, да. Тут даже спорить было нечего. Нива едет всегда и везде. Ну последняя вот тебе! Вот сюда! Последняя! Давай вот. В колею! Давай! Вот этой стороны! И у них был спор, что он вот здесь не проедет. Нет, это то, что он остановится, покажи ему. Да. Останавливайся! Ну у него просто не внедорожник. Ну, смотри, ну да. Сейчас ему надо будет развернуть. Вот, подожди. Он, видишь, он не останавливается. Давай вперед! Ну это вообще зверство, смотрите, да, с места выехал. Меня остановить. Три бутылки вискаря, одна коза, один баран. Как вы только отдадите мне вот это, я не то что остановлюсь, я прикурю, понял еще так? Я вот бросил курить, 2 года не курю, ну вот прикурю прям, кальян, я с кальяном там буду прикуривать, понял, с кальяном. Да тихо, блин, Стас, ты не хочешь, ты не есть, ты не хочешь, все, я могу это видео не снять. Я! Давай! Блин, что
творится, жесть вообще, жесть. А чё, он уехал куда-то? Скажи, не надо! Не надо и не есть! Мне тачку жалко уже. Мне тачку жалко. Давай, давай! Убей её до конца! Вот это он сейчас есть, да? Подальше, подальше, да! Стой! Стой! Не надо, не останавливайся! Стой, ты сядешь! Стой. Ты сядешь! Вот, все. Проехал. О, да, мощный мотор решает. Что-то там захрустело, или мне показалось. Зачем окно-то открыло? За 20 евро. За 20 евро. Останавливается вот так, да. Вот так останавливается. Смотри. Все, я понял, что. Вот три. Смотри. Ой, оп! Все. Пройду я там, пройду. Пройду я там, смотри. Ну ж давайте. Ты видел это? Итак, хотел подвести краткий итог. Про Ниву 3D вы давно спрашивали, я скоро сниму более подробно про нее. Но здесь появилась такая легкая внедорожная резина, легенькая, да? И новый потолок, такой, ну, я не знаю, Ниловоды знают, наверное, он измененной формы, здесь места для головы больше. И туннель центральный нового образца. Так, в принципе, основных изменений нет, но видите, да, что, в принципе, Нива, понятно, что проехала бы, да? Что сделал X, и даже я скажу больше, что сделал его хозяин, это про этих надо снимать. Многие папашки ездят на Ниве, но папашки на X я не видел ни разу, конечно. Спасибо за внимание, ставьте лайки, до встречи. Нет, ну это не означает, что мы каждый день ездим. Да, не, это не значит, что он сам сегодня порвал девственность своего, свою внедорожную девственность на тот самом BMW X6. До этого никто папашки не пошел. Дай салфетку, мне двери надо открыть. Я не могу открыть, здесь все в говне. Нет, подожди, у тебя тоже все в говне. Все в говне. Есть в машине. Все нормально, я не могу дверь открыть. Мотоциклисты в это время думают, вообще ехать сюда или нет. Это кроссовые мотоциклы.